Лето – любимое время года детей. Каникулы, длинные теплые дни, купание, физическая активность – все это благотворно влияет на организм. Чтобы этот счастливый период не закончился бедой, все родители должны знать правила безопасности на воде для детей и заблаговременно познакомить с ними сына или дочь. Соблюдение этих несложных рекомендаций гарантирует отличный отдых и взрослым, и детям. Чтобы избежать трагических ситуаций, важно придерживаться следующих правил поведения на воде. Пляж должен быть правильно оборудован и максимально безопасен. Нельзя купаться в тех местах, где установлены запрещающие знаки. Необходимо держаться ближе к берегу. Время пребывания в воде нужно ограничивать, принимая во внимание температуру воды. Купание детей должно происходить только под контролем родителей. Оставление детей на водоемах без присмотра категорически недопустимо. Нельзя подплывать к любым судам, нырять со скал, лодок, причалов. Недопустимо заплывать за буйки или иные ограничительные знаки. Купаясь в незнакомых местах, надо соблюдать внимательность и осторожность. Ни в коем случае не нырять. Отправляясь на водоем, важно учитывать погодные условия. Нельзя купаться в водоемах с сильным течением. Проверить это очень просто. Достаточно кинуть в воду щепку и понаблюдать за ней. Задача родителей – как можно раньше научить ребенка плавать. Но важно помнить, что даже отличное умение не гарантирует полной безопасности. В случае происшествия необходимо звонить по телефонам 101 и 112.